Я скибиди туалет катана. Успей поставить лайк и подписаться на канал за 3 секунды, иначе я выйду за тобой на охоту. 1, 2, 3. Ну что же, друзьяшки, я вас приветствую. С вами я, Жабка, ну и, конечно же, Скибиди-стиралочка. Всем привет, друзьяшки. Да, Скибиди-стиралочка, это, конечно же, Натор НП. Ну и сегодня у нас будет битва лаки-блоков. Желтые лаки-блоки против зеленых лаки-блоков. Объясняю для новеньких. В желтых лаки-блоках у нас стоят мутанты, ну а в зеленых стоят, естественно, топовые тачки. Знаешь что, а мне опять нашептали, что в зеленых лаки-блоках будут не только машинки. Ой, то есть я этого не говорил. Блин, вот опять ты все знаешь. Мне вот никто ничего не говорит, что и кто будет стоять в этих лаки-блоках. Потому что это подписчик заходит и ставит всех мутантов и эти лаки-блоки. Ну а мы с моим подписчиком, конечно же, снимаем. Максимум, что я знаю, в этих лаки-блоках будут стоять вообще очень топовые мутанты. Ну и суперская техника. Знаешь, так как я строитель, я догадываюсь, какой новый мутант, которого я построил буквально несколько часов назад, тут стоит. Подожди, новый мутант? Настолько новый, что ты даже не знаешь, кто это. О, тогда будет еще более интереснее для меня и для моих подписчиков. Обязательно как раз-таки досматривайте этот видеоролик до конца. Потому что ближе к концу всегда происходит какая-то веселуха. Но вот эти вот друзьяшки сегодня попадают в видеоролик. Если вы тоже хотите попасть, то напишите топовый коммент. Да-да-да, прямо сейчас спустись вниз и напиши. Я надеюсь, то, что вы уже написали комментарий. Ну а мы начинаем. Ну что, дружище, кто сегодня будет первым ведущим? Кто будет первый выбирать желтый лаки-блок? Конечно же, я. Я вот думаю выбрать тебе троечку, потому что если бы я начинал, я бы троечку выбрал. Ну не, какую троечку? Я, пожалуй, посерединке возьму. Вот всегда выбираешь что-то между. Ну ладненько, давай тогда уж. Во, бомбанул наш лаки-блок, падает, и, надеюсь, тебе какашка выпадет. Пожалуйста. Это камерамен или кто это? А вот как раз-таки тот самый персонаж. А я даже такого не знаю, это канон вообще? Ну, не сказал бы. Это опять какой-то фанмейт, что ли? Ну да, Клокмен. Это Клокмен? Ага. А, погоди, я видел, я знаю. Не помню, как зовут ютубера, но, в общем-то, я знаю этого персонажа. Серьезно? Ты все же знаешь, кто он? Да, я знаю, кто это. И, по-моему, он должен быть, кстати, титаном. Это что, готовится эволюция? Ну, блин, ну как ты угадал? Я хотел интрижку сделать. Ну, потому что ты построил среднего персонажа. Так-то он должен быть титаном. Блин, ну ладно. Молодец, что угадал. Ну вот и настал мой черед. Если ты выбрал двоечку, то давайте тоже двоечку выберем. Опачки, давай, помоги мне, помоги сломать лаки-блок. О, смотрите-ка, он текстуру изменил, но почему-то не взрывается. Так, ладно, это мы не считаем. Никто ничего не видел. Берем и смотрим, что там за машина. Что это молния Маквин? Серьезно? Ну, как видишь, да, молния Маквин. Вот такая вот топовая тачка из мультика «Тачки». Блин, это реально очень круто. К-чау! К-чау, к-чау, к-чау! Ну и сейчас мы с вами сделаем топовое выживание. Получается, Клокмен против молнии Маквина. Слушай, дружище, а ты ничего не заметил? Нет. Ну как это? Прямо ничего? Нет. Мы же с тобой в Бриксвилле, а у нас лаки-блоки постоянно были в Лего-Сити. А, ну, кстати, да, я даже не понял. Чем больше город, тем, конечно же, интереснее. Ну и мы, конечно же, начали наше выживание. Где же там наш мистер Клокмен? Новый мутант из вселенной Скибиди-туалетов. О, я как раз-таки его уже вижу. Сейчас тебя догоню и остановлю. Да не остановишь ты меня! Давай, давай, пытайся, я вообще за город уеду. О, подождите, чего?
Это что? Что? Как ты это сделал? Сила времени, друг мой. Я буквально застыл, вы видите? Я даже ничего не нажимал. О, слушай, отвис, отлично. Поехали, поехали. А это ты как сделал? Это тоже с помощью времени. Ну ты вообще тогда читерюга, как мне выживать от тебя? А вот никак. Ну тогда давайте еще одну попыточку, воу. Неплохая такая сальтушка, кстати, была, вы видели? Ну и уезжаем от нашего Клокмана. А что там происходит, друзьяшки, вы видите? Там апокалипсис какой-то. Я создаю временные волны. Парадокс имеешь в виду? Ага. Один, два, и вылетаем! Воу! Главное на тебя не нарваться, давай! О, вот эта сальтушка была! Ай-яй-яй, молния Маквин, бедный! Этого, друзьяшки, вы снова не видели? Никто ничего не видел. Переспавниваемся и поехали! А я тебя догоню и уничтожу, потому что я тоже на трамплинчике подпрыгнул. Ой, я тебя, кстати, видел! Так, друзьяшки, все, нужно сидеть на месте! Не-не-не-не-не, все, я поехал. Я думал, ты меня не видишь, но, друзьяшки, как мы видим, он меня увидел. И... тихо-тихо-тихо, я живой, я еще живой! Нет, ну пожалуйста, Клокмен! Не надо меня уничтожать! Сила времени! А, что? Что? Это как было? Что это за ядерный апокалипсис? Ты же на месте стоял! Временной парадокс. Вообще невозможно от тебя выживать, потому что твоя главная фишка это, конечно же, время. Я тебя уничтожил уже целых два раза. Ну что, приступаем к следующим лаки-блокам? Да, приступаем к следующим лаки-блокам. Ну что, наконец-таки я выбираю мутанта. Давайте выберем вот этот лаки-блок. Под номером, конечно же, 3. Один, два, ну и взрываем его. Почему-то снова он не взрывается, почему-то, поэтому придется немножечко считерить. И взглянем, что там находится. А там находится, ну, такой мутант. Слабенький, я бы сказал. Колонка? Да, там вот такая вот сломанная колоночка большая. В версии зараженного. Не, ну это очень слабо. Давай машину выбирай. Сейчас взглянем, какая у тебя тачка-то будет. Я выберу лаки-блок под номером 3. Опять ты за мной повторяешь, что ли? Вообще-то это ты за мной повторял. А, точно, ой-ой-ой, немножечко забыл. Ну ладно, что там у тебя в третьем лаки-блоке? Во, у тебя, кстати, нормально взрывается. И, друзьяшки, падает. Вроде как наш лаки-блок. Или не падает. Ну ладно, придется тогда взглянуть, что там. А у тебя школьный автобус? Это во всяком лучше, чем твоя колонка. А по моему мнению, колоночка намного лучше, чем школьный автобус. Ну и мы приступаем к нашему выживанию. Я же спрятался. Слушай, а может не прятаться будешь, а кататься по городу? Ну и пытаться от меня выжить. Понимаешь, мое место настолько хорошее, что ты уже два раза мимо меня проехал. Два раза мимо тебя? Да нет, такого не может быть. А ты где вообще? Спрятался. В топовой нычке? Ну, я за тебя уже. А вот да, получи. Ты что, думал, я тебя не вижу, что ли? Так ты все это время видел? Ну ты читерюга, конечно, фу. Ну а ты как думал? Конечно, я тебя вижу. Маленький жучонок плохо спрятался, еще и меня обвиняет. В том, то, что я читерюга. Ну-ка, получи. Дяденька, пощадите, хотя особо урона у меня и нет. В смысле нету? Ты загорелся уже? Ты что, не видишь, что ли? Да нет. Да-да-да-да, получи! А, нет! А, подожди, я рассыпаюсь, чего? Что? Временной парадокс. Какой временной парадокс? Я не должен был уничтожиться, да и к тому же мутант из-за меня. Я обретаю каждую силу мутанта, которого я строю. Да ты всего лишь строитель, понимаешь? Ну построил ты мутанта, но способностей у тебя нету. Во, наконец-таки ты бомбанул, маленький жучонок. Еще и к тому же убегаешь, да? Ну да. О, кстати, я тебя только что видел. Что это такое? Нет! Да почему? Ты читеришь, ты понимаешь? Ну такое нечестно.
Наконец-то я врубил свою настоящую силу. Это читы. Я всегда знал, и мои подписчики тоже всегда знали. Но за это получи тогда уж, злой строитель Натар. Это ты получи. Не-не-не, на меня это больше не работает. Все, давай, удаляй свой автобус. Ну а мы приступаем к следующим лаки-блокам. Ну что, последние финальные лаки-блоки. Моя очередь, я пошел. А ты иди в ту сторону. Так, братишка, у нас лаки-блоки под номером 1. Давай, выбирай вначале ты, а потом я. Опа, лаки-блок взрывается, и что же там будет? Погоди, а тут ничего нету? Вообще-то есть. Где? Я ничего не вижу. Летит. О, что? Тебе ученый достался? А тебе Тиевуман Титан. Опачки, друзьяшки, даже и ничего выбирать не нужно. Отлично. Титан Тиевуман. Ну нафиг, я полетел. Какой полетел? Давай иди сюда, сражаться будем. Злой Скибиди Туалет Ученый против Титана Тиевуман. Вот это, конечно, повезло, повезло. Ты жалкий фанмейт, а я самый сильный. Вообще-то я самый сильный, точнее, самая сильная. И вообще, я бы попросил бы тебя отправиться в город, потому что там эпичнее сражаться. Давай до туда долетим, а потом будем выяснять наши отношения. Я уже давным-давно долетел, а ты, походу, старичок, долететь не можешь. Я набрался сил и лечу тебя уничтожать. Ну давай, давай, спускайся вначале сюда, посмотрим, насколько ты мощный. Вообще ничего мне не сделаешь. Опа! Пристроился, пристроился! Злой дедок! Я люблю уничтожать таких фанмейдов, как ты. А я уничтожу тебя! Ты хоть и не фанмейд, но жалкий дедок, который, конечно же, будет уничтожен. Ну-ка, получи, деда! Деда, получи! Я не буду уничтожен, потому что я могу призвать своих братьев, а ты лучше беги. Кстати, по факту мыслишь, и ты меня проткнул, походу. Нет, деда, ты что натворил? За что? Ха-ха-ха, жалкий фанмей. Ничего страшного, у меня же еще одна жизнь есть. Думаешь, я тебя испугался? Не, ничего подобного. Это у тебя только одна жизнь, дедочек. Нет, ты ошибаешься. Ну, пожалуйста, деда, не надо меня уничтожать. Но почему? Как ты это делаешь вообще? Я на самом деле самый сильный мутант. И притворялся, что я слабый. Пойду уничтожу камерамена Титана и спикермена. Да я думаю, они тебе наваляют. Вначале долети на них, а там мы взглянем. Да и в целом, как мы поняли, наш дедок Скибиди Туалет уничтожил Титана Тиевуман. Хотя по факту Титан Тиевуман должна быть сильнее, чем этот дед. А по идее нет. А по идее ты меня уничтожил целых 2 раза. Ну да, я такой. Ну а я, конечно же, надеюсь, то, что вам понравился данный выпуск, вы, конечно же, поставили лайк, подписались на канал, ну и написали топ-коммент. Ну а с вами был я, Жабка, ну и, конечно же, мой подписчик NatarNP и эпичные лаки-блоки. Всем удачи, ну и, конечно же, пока-пока.